Дело в том, что вы не услышали меня на линейке, когда я открывал новую школу в Уручье, что у нас бардак в школе, этот порядок нужно наводить. Вы что, ждете еще, как в Столбцах у нас произошло? А начинается отсюда. С издевательства над учительницей. Еще на камеру снимают и выкладывают в сеть. Это в 4-м классе. Поехали, устроили разборки. Собрали снизу доверху начальников. Описались то, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову отвернул бы щенку какому-то. В телефонах сидят там. Неужели вы не понимаете, у вас же свои дети, что айфон, а телефон и прочие гаджеты в школе – это не только отвлечение от занятий. Они перестают думать. Они же считать не умеют, таблицу умножения не знают, потому что он открывает телефон и перемножает там. Или ищет ответы на вопросы. Неужели это нельзя понять? У меня сын президента ни разу телефон в школу не взял. И было же сказано, нет, одни рапорты, недавно министр докладывал, рапортует, у них все прекрасно. Да не прекрасно. Если такой бардак в школе, не нужны ни учебники, ни программы, ни новые методички. Все это пустая трата денег. И там уполномоченные есть, и там помощники есть. Я уже не говорю о правительстве. Качановой, который идеологию ведет, это вот она такая идеология. Чего собрались? Судили-родили, стрелочника нашли. Вглубь смотрите –